образование голоса. С помощью него вы можете изменять голос. Обычный. Г-Торид. Большой робот. Пещера. Космический мутант. Глубокий тембор. Задом наперед. Чудище. Мелкое существо. Оптимус робот. Борг, киборг, поющие бурундуки, андроид, пьяный, гигант, белка, темная сторона, большой каньон, муха, зомби, ребенок, подводный, батарея разряжена, усадка, дьявол, мегафон, вентилятор, призрак, пришелец, маленький пришелец, злодей, овца, смертью крутит, победитель. Еще хочу показать ассистент Дуся. Это ассистент может вам помогать. Но в особенности этого ассистента использую для напоминания. Вот я сказал, Дуся, напомни мне, через час пойди. И привет. Секунду я не помню. Очень прикольно. Говорите, и вам приходит напоминание. Это работает. Дуся, напомни мне прямо сейчас поесть. В какое время? В какое время? Вас не слышно. Говорите после сигнала. Прямо сейчас. Вас не слышно. 11:02. Прямо сегодня в 23:02, верно? Что напомнить? Напомнить прямо сейчас. Вас не слышно. Напомнить прямо сейчас поесть. Продолжайте диктовать или скажите. Готово? Готово. Ваше напоминание создано. Да, все. Вот, выходим. Какое-то время что ли сделано. Ну потом вам, когда говорите, напоминание создается. Если у вас есть, конечно, Google календарь. Ну, у меня приходит Google календарь, как бы. Надо хотя бы войти, чтобы напоминание все посмотреть. Поесть. Вот. Напоминания, какие-то редактения. Вот, почему октябрь-то нет? Напомню, прямо сейчас поесть. Вот, видите, напоминание мое. Ну, как бы оно должно приходить, но это не могу. И сразу же появляется у вас Дуся Старт. Это сразу заходите, можете говорить. Дайте так. Вот как бы. И как вы знаете, сегодня грустный денек. Ладно, я все покажу голоса, как говорится. Только мне записать надо голос, например. Вот. Всем привет, с вами Дима, сегодня расскажу песенку. Был Вася Хаус, то есть съел какашку на день рождения. Ребенок заплакал, всех детей напугал. Эй, ты чё такой дерзкий? Чё? Я же мужчина взрослый, а похоже ты бомж. Всё? Извините, реклама вылезла. Я сам не ожидал. Блин, почему у меня громкость стоит? Ладно. Сейчас покажу. Обычный. Всем привет, с вами Дима. Сегодня расскажу песенку. Был Вася Хаус, то есть... Гели. Всем привет, с вами Дима. Сегодня расскажу песенку.
Всем привет, с вами Дима, сегодня я расскажу песенку. У Васи холостой съел какашку на день рождения. Ребенок заплакал, всех детей напугал. Эй, ты что такой дерзкий? Чего? Я же мужчина взрослый, а похоже ты бомж. Всем привет, с вами Дима, сегодня я расскажу песенку. Был Вася холостой, съел какашку на день рождения, ребенок заплакал, всех детей напугал. Эй, ты что такое дерзкий? Чего? Я же мужчина взрослый, а похоже ты бомж. Всем привет, с вами Дима, сегодня я расскажу песенку. Был Вася холостой, съел какашку на день рождения, ребенок заплакал, всех детей напугал. Эй, ты что такой дерзкий? Чего? Я же мужчина взрослый, а похоже ты бомж. Всем привет, с вами Дима, сегодня расскажу песенку. Был Вася холостой, съел какашку на день рождения, ребенок заплакал, всех детей напугал. Эй, ты чё такой дерзкий? Чего? Я же мужчина взрослый, а похоже ты бомж. Всем привет, с вами Дима, сегодня расскажу песенку. Был Вася холостой, съел какашку на день рождения, ребенок заплакал, всех детей напугал. Эй, ты чё такой дерзкий? Чего? Я же мужчина взрослый, а похоже ты бомж. Всем привет, с вами Дима, сегодня. Я не умею рифмовать, просто так решил. Всем привет, с вами Дима, сегодня расскажу песенку. Был Вася холостой, съел какашку на день рождения, ребенок заплакал, всех детей напугал. Эй, ты чё такой дерзкий? Чего? Я же мужчина взрослый, а похоже ты бомж. За нам наперед вообще ничего не понять, но смешно. Жуха попился, он еще мужик. Я сделал потому что я могу помнить, если бы пока у основной бизнес есть жизнь. А ну шаг, как будет сделать, а хотя бы у всей кружок на него все и снимался, наверное, сидит. Вообще смешно, да? Всем привет, с вами Дима, сегодня расскажу песенку. Был Вася холостой, съел какашку на день рождения, ребенок заплакал, всех детей напугал. Эй, ты что такой дерзкий? Чего? Я же мужчина взрослый, а похоже ты бомж. Всем привет, с вами Дима, сегодня расскажу песенку. Был Вася холостой, съел какашку на день рождения, ребенок заплакал, всех детей напугал. Эй, ты что такой дерзкий? Чего? Я же мужчина взрослый, а похоже ты бомж. Всем привет, с вами Дима, сегодня расскажу песенку. Был Вася холостой, съел какашку на день рождения, ребенок заплакал, всех детей напугал. Эй, ты чё такой дерзкий? Чего? Я же мужчина взрослый, а похоже ты бомж. Всем привет, с вами Дима, сегодня расскажу песенку. Был Вася холостой, съел какашку на день рождения, ребенок заплакал, всех детей напугал. Эй, ты чё такой?
такой дерзкий? Чего? Я же мужчина взрослый, а похоже ты бомж. Всем привет, с вами Дима, сегодня расскажу песенку. Был Вася холостой, съел какашку на день рождения, ребенок заплакал, всех детей напугал. Эй, ты чё такой дерзкий? Чё? Я же мужчина взрослый, а похоже ты бомж. Всем привет, с вами Дима, сегодня расскажу песенку. Был Вася холостой, съел какашку на день рождения, ребенок заплакал, всех детей напугал. Эй, ты чё такой дерзкий? Чё? Я же мужчина взрослый, а похоже ты бомж. Всем привет, с вами Дима, сегодня расскажу песенку. Был Вася холостой, съел какашку на день рождения, ребенок заплакал, всех детей напугал. Эй, ты чё такой дерзкий? Чё? Я же мужчина взрослый, а похоже ты бомж. Ссылочка на это приложение будет в описании. Я еще буду пытаться голос на YouTube изменить. Если удастся, видео вы услышите. Всем привет, с вами Дима, сегодня расскажу песенку. Был Вася холостой, съел какашку на день рождения, ребенок заплакал, всех детей напугал. Эй, ты чё такой дерзкий? Чё? Я же мужчина взрослый, а похоже ты бомж. Ну, надеюсь, вам понравился этот ролик и вы сделаете лайк, потому что это приложение вас развеселит. И я сейчас сделаю... Завтра будет еще видео про продолжение. Там придумаю еще что-нибудь снимать, но это самое видео, что может вас развеселить. Надеюсь, вам это понравится и вы влепите лайк. Всем удачи и всем пока со школой.